Всем привет! Появился такой пациент, выворка. Здесь появилась такая дырочка. Вот она здесь. В первую очередь там надо ее вывить. Набираем воду. Вот где течет и отмечаем. Далее берем тряпочку, протираем, чтобы было сухо. Далее берем наждачку. Вот у меня такая нулевочка. Значит, P240. И защищаем. Наружу и внутри. Ржавчины очень много. Я взял чуть плотнее наждачку. P36. Далее нам понадобится ортофосфорная кислота. Это такая кислота, которая помогает нам спаивать дырки. Она спаивает нержавеющий металл, обычный металл. Тоже наносим ортофосфорной кислотой все места и наносим за пальцы. Когда остынет запайка, и так, теперь проверяем выворку на утечку, берем литр воды, заливаем и смотрим. Сейчас нигде ничего не протекает, все нормально стало. На этом все. Если видео понравилось, палец вверх. Если видео было не полезным и не понравилось, дизлайк. Всего доброго вам, до свидания.